Подарок для жены после полуночи превратился в тыкву. Пятницу 13 октября 27-летний молодой человек запомнит надолго. Купив автомобиль Infiniti, он по традиции решил отметить событие в кругу родственников. После выпитого решено было продолжить в сауне, причем доехать туда решили на новеньком авто. Парадокс весь в том, что новоиспеченный хозяин автомобиля не имел водительских прав, но ни это, ни то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, не стало фактором так называемого трезвого ума для него и пассажиров. Итог печален. Водитель превысил скорость, в условиях гололеда не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги, при этом перевернувшись несколько раз. Благодаря ремням и подушкам безопасности обошлось без человеческих жертв. Водитель получил травмы и госпитализирован в больницу. Пассажиры получили минимальные травмы. Восстановлению не подлежит только новенький автомобиль. А причину дорожно-транспортного происшествия инспекторы установили сразу. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Был составлен административный протокол. Вскоре автомобилисту придется ответить перед судом за управление транспортным средством без права на управление транспортным средством, да еще в состоянии алкогольного опьянения.